Как вы видите, правая грудная кофилхита. И да, это значит то, что вы подумали. Бордовый цвет, гематома, и у меня оторвалась правая грудная. Вот такое невеселое сторис сегодня у меня под вечер, поэтому себя берегите, будьте аккуратненькими. Всех обнял, потом подробнее расскажу. Давайте. День третий, отек с груди спадать начинает. Проявилась внешняя гематома, и вот вся рука теперь такая черная. Вот тут особенно много крови здесь. В остальном самочувствие норм. Болит, конечно, пиздец. Чихаю, если это тройной пиздец. Но, как бы, мне кажется, все идет в нужную сторону. Отек спадет, приеду в Питер, прооперируемся, и все будет ништяк. Ну что, друзья, всем привет. Я нахожусь в Краснодаре. И вы видите немного темный оттенок моей руки. Что ж, сейчас, наверное, будет интересно. Отек, в принципе, виден, давайте попробую так вам показать. Она больше, она сползла. Больновато, да, я покажу, как видите. По правой стороне вот гематома вылезла, и, соответственно, кровь из груди вытекла в руку. Вот так вот это выглядит. Что ж, насколько это неприятно. Движется рука, да, получается, во вторник я оторвал, сегодня суббота. Вот степень движения. В принципе, уже неплохо, я считаю, да. Грудь стала гораздо мягче, отек начал спадать. Боли меньше. До этого был просто ад. Было дико больно. Когда самолет приземлялся здесь, в Краснодаре, я думал, я там просто рожу. Потому что было очень-очень больно. Любое движение, тряска в машине. Одеваться самому было крайне тяжело. Что теперь? Я вернусь в понедельник в Санкт-Петербург, мне будут делать МРТ. УЗИ, МРТ делаются только после того, как спадает отек. До этого хирург сказал, смысла делать нету. Прошу прощения, еще и простыл. Смотрим УЗИ, смотрим места отрыва, потому что могут быть абсолютно разные варианты того, что произошло. И на основании уже непосредственно порвалось мясо, отрыв у места крепления. По повреждению будет принято решение по операции, нужно ли ставить армированную сетку, как шить, что шить. По препаратам, скажу вам честно, мне назначили колоть диклофенак, как обезболивающее, есть таблетки обезболивающие. Я их выпил только в первый вечер, я вам рассказывал, что на меня очень плохо действуют любые препараты. Ну, собственно, так и есть. В общем, короче, ничего я не колю, ничего я не делаю. Спросил у хирурга, нормально ли это, на что он ответил, Рус, да, говорит, ну, вариантов нет. Ждем, пока уходит отек, тебя нужно зашивать. Отек был огромный, он просто спал. То есть грудь была раз, наверное, в 6 больше, чем обычно. Отек очень сильный, крови много. Ну, по руке видно, она просто вся такая вот темно-фиолетовая. Она уже посветлела, вчера она была черная. Мне обещал мой монтажер, что с Инстаграма соберет ролики, там видна прогрессия, как темнела рука, как двигался отек. Думаю, будет интересно посмотреть. Я сам ранее в жизни никогда не видел подобной травмы, никогда о ней не слышал. Наверное, ролик мы разделим пополам. Чуть-чуть с этого ролика попадет в выпуск про грудь, про травму. А частично попадет в ролик про чемпионат России. Потому что, ну, мне интересно, как все пройдет с этих последних событий. Вот, я могу даже так камеру держать, кстати, смотрите, этой рукой уже, хоп. Я бы даже с удовольствием, я бы хотел выступить. То есть, ну, понимаете, да, что я готовился. Готовился я, правда, на конец мая. Но мне сказали, что категории бодибилдинга сейчас очень-очень немногочисленные, поэтому если попросят, я могу правой рукой не позировать и выйти. Ну, большого зеркала что-то не нашлось, поэтому ноги просто вам не показать. Я держу диету, честно скажу, я планирую держать диету и после операции. Есть некоторые абсолютно дебильные мысли, дурные напрочь у меня, касательно состояния моего здоровья, касательно соревнований. Ну, посмотрим. Это сложно выполнимо, очень сильно зависит от состояния здоровья и вообще будет ли у меня двигаться рука через месяц. Но
вы сами понимаете, мы те, кто никогда не сдается. А вот мой, кстати, стоит завтрак. Так он выглядит. Вот он мой завтрак. Так он выглядит. У меня фисташковый протеин, у меня омега-3 с собой. У меня с собой жиросжигатель, наш генетиковский. Он на экстрактах, поэтому, знаете, я вам уже, наверное, неоднократно говорил, что наш жиросжигатель такой, одновременно это и иммунокомплекс, это и жиросжигатель, это и энергетик. Это просто крутая штука. Все, короче, кто-то порежет этот видос. Сейчас я буду одеваться. Самый ад – это одеть футболку, ребят. Это просто пиздец. Ну, минут 10 мне потребуется, чтобы одеться самостоятельно. И все, и по коням, и погоним. Тебе никогда не спросить другого мира, с тобой лучше вообще. Но, смотри, как вот так будет чемпионат России в бодибилдинге, вот доволен, тут у нас все. Скучно народу, мало. О, к моему большому сожалению, ну вот честно, ребят, ну нечего тут снимать. Ну вот, молодцы, спортсмены раскачиваются. Девчонки там готовятся, и что-то происходит. Но нету героев, нету истории, нету ничего, и людей-то мало. Сейчас зал зрительный сниму, посмотрите. Ну это так, ребят, чисто. Кто говорит, что бодибилдинг умер, посмотрите, сколько народа в зале. И на сцене в данный момент девочки в платьях. Все очень сильно блестит, поэтому не так хорошо видно. Чемпионат России. Людей, конечно, не очень мало. Но мало. Я помню первые разы, 15-16 год, когда я приезжал на Самсон, и здесь было невозможно дышать, потому что пришедшие гости поглощали весь кислород. Я помню категории бодибилдинга, огромные, насыщенные сильными спортсменами. Тогда еще не было шорт, не было классик физик, бодибилдинга было больше. Теперь меньше качков, но при этом участников много, огромное количество потрясающих девушек в женских номинациях, в новом велнесе, в платьях, в бикини, сильные спортсмены и в шортах, и в маскулар, и в классик физик. Отличный был уровень, я с удовольствием посмотрел на этих спортсменов. Сейчас я жду выхода в скором времени Далера Исматова, моего друга, моего спортсмена, команды, поэтому отправляюсь в зал. Я не буду предыдущие ролики выкладывать, которые были, так скажем, с немного расстроенным взглядом от количества пришедших людей. Я хочу сказать спасибо всем, кто пришел на Самсон. Я невероятно благодарен вам, что вы приходили ко мне, желали мне здоровья и то, что мы с вами фотографировались. Да, я полетел к вам с оторванной грудью. Завтра я возвращаюсь в Петербург. У меня МРТ, и ночью, скорее всего, будет операция. Будут сшивать. Но не полететь я не мог, потому что вы слишком сильны. Огромное вам спасибо. Что-то за кулисами я подснял, мы немного вставим, но я так подумал, что я не буду говорить плохо про турнир. Я скажу хорошо. Зал полон, спортсмены хороши. А вы все гости, все зрители, потрясающие люди. Спасибо вам. Отличная форма была. Но просто ты маленький. Высокий. Да. Ты не маленький, ты высокий. Надо ты было. Высокий, тебе нужно мясо, ты отлично позировал. Широчайшие спереди, нужно было руки поднимать выше. Выше? Намного выше. Ну примерно. Цеплять сами. Вот с этого расстояния тебе нужно было выводить руку вот сюда. А ты руки вел вот по этой линии. И сам свои широчайшие прятал. Но будем я работать. Думаю, ты в любом случае в верхней части второй таблицы. То есть, понятно, там все низкорослые ребята, это топ-6, но очень хорошо. Спасибо. Качество, большое. Мясо, позирование. Большой будем молодец. Работать. В следующем году покажем лучший результат. Наберешь. Молодчина. Есть водичка? Блин, знаешь. Все, ребята, я погнал в зал смотреть на следующие категории. Ну что, друзья. Доброе утро. Вот гематома проявилась на ребрах. Вот она же на груди. И по руке постепенно она, мне кажется, рассасывается. Вчера меня вечером не смогли взять на МРТ. Ввиду особенностей организма. Тупо, короче, сказали, что не хватит мощности аппарата, чтобы дышащую грудную клетку просветить. Вот, сказали, что нужен аппарат гораздо мощнее, больше, их не очень много в Питере. Вот сегодня я перезаписался, пойду в другое место. Потом, к сожалению, пока
новостей нету. Сегодня пойду, пройду основные обследования, сдам анализы, ЭКГ, анализ крови и так далее. Минимальный набор, который нужен для прохождения операции. Вот я об этом не знал, тоже мне сказали, что нужно сегодня. Так что по плану сегодня ехать в больницу, чтобы сдать все необходимое для подготовки к операции. И сегодня же сдать МРТ, вечером просто скину его в электронном виде хирургу. И надеюсь, что завтра уже сможем поставить саму процедуру. Вот. Так что сейчас уже буду завтракать, пить, есть и собираться в больницу и на работу. Это кайф, ребят. Вот это погода. Шикарно в Питере, гляньте. Просто волшебно. Это... солнце. Как его у нас не хватает, друзья. Ну все, что, мы сейчас полетели в больничку. Надеюсь, в больничке по-быстрому все сделаем. И двину дальше уже в офис. Сейчас смотрите, что я перекусываю в машине. Подсолнечники, семечки подсолнечника. Очень много белка. Очень много белка. Полезные жиры. Никакого вреда для фигуры, для здоровья. Поэтому вот семечки подсолнечные, очищенные. Я вам рекомендую так вот. Когда хочется что-то съесть экстренно. Идем к моему другу, хирургу. Приехал я в центр. Всероссийский центр экстренной радиационной медицины имени Никифорова. Вот такие вот дела. Сейчас пройду проходную. Пропуск мне уже заказали. И попросим моего друга чуток прокомментировать касательно моей травмы. Он только что закончил операцию, поэтому вовремя я подъехал. Ребят, красота. Перестроилась камера. Это военно-медицинская академия. Выглядит потрясающе, как будто мы не в России, если честно. Очень красиво, уже поздняя ночь. И, как видите, доблестные наши врачи. Рабочие не спят, а сейчас будут меня исследовать. Если добрались мы, узнаем, что со мной. Видите, какая заставка мне на компе прикольная. Селфи, фото, интернет. Ждите от врага привет. У вас тут не в курсе, да, что у них есть спутники, там всякая ерунда, то есть селфи, да, опасно. Короче, ребят, тут один из самых современных, крутых приборов МРТ, который только есть у нас в городе, я так понимаю. Доброе утро. Вот вырезала гематома на ребрах. Вот, сама она на грудной проявилась. И, соответственно, потихонечку на руке. Ну что? Смотрите, то ли жопа, то ли сиськи мои, да? Ну что, расскажи нам, прокомментируй. Сейчас симметрию оцениваем, как на соревнованиях. На соревнованиях? Выиграл по сиськам. По одной сиське точно. Спасибо. Ну вот, гематома здесь есть. А здесь нет? Нет, здесь она все еще есть. Вот она. Ну вот, есть ли отрыв, честно говоря. Чего именно, связки или мышцы? Ну, мышцы, ну, сухожилия. А. Я, честно говоря, таким... Здесь вообще все нормально. Может, все нормально? Не исключено. А почему она была размером с... Ну, гематома, отек. А гематома из-за чего появляется? Да, кровь вытекает? Да. Откуда она вытекла? Из зоны разрыва. Все-таки что-то порвалось. Не, что-то точно порвалось, абсолютно. Это 200%. Даже думаю. Это нервы мои кровоточат, ребят. Это усталость. Я говорю, это все от стресса. Все спрашивали, знаешь, какой вес. Думают, ребят, что от большого веса рвется. Ни хрена от большого веса не рвется. Люди жмут по 400, ничего не рвется. А вот я жал мало, 140 на 9-й раз порвалось. Было легко. Оно просто взяло и порвалось. А это теперь жопа, нет? Нет, то же самое, да, на другой плотности. Но вот здесь вот я бы все-таки сказал, что есть. Ребята, вот на зона, груди. Вот это белое пятно, это плохо. Да, это не очень хорошо. Че он так по итогу? Не, ну отрыв есть, что тут. Наверное, придется тебя все-таки. Либо с второй стороны подрезать. Симметрично было. Нет, это неинтересная идея. Мне нравится. Это шутка была? Зато подрез будет еще. Подрез не хочу.
Мне обратно, чтобы крепко было, и какую-то штуку еще крепкую засунуть. Можно? Да, это можно, да. Мне чтобы крепко надо. А здесь видно один такой, Тут у вас непонятно, когда вы шутите, как серьезно говорите. Ну что, господа врачи взяли паузу, но подумать, тут сейчас была серьезная авария, буквально недалеко от центра, привезли несколько пострадавших. Откроется второго компа, еще одного мощного, быстрого. Будут изучать снимки. Вы видели, это очень редкие снимки, очень редкий прибор. Прибор, который может симметрично снять две груди культуриста в одном кадре. Таких приборов практически нет нигде. Поэтому это позволит оценить симметрию, сравнить сухожилия, мышцы с обеих сторон и в результате операции достигнуть наилучшего результата. Поэтому диски я оставил, я поехал сейчас по делам, и в случае необходимости сегодня меня будут госпитализировать. Тут я буду, короче, болтаться по больнице. Вот, что еще сказали? Что могу поехать покачаться, в принципе. Единственное, что у меня есть с собой сумки спортивной, но я бы хотел покачать ноги. Потому что мы не сдаемся. Нам что не убивает, то, ребята, не убивает, поэтому... В принципе, ни страха, ни боли, ничего у нас нет. Это все такие временные моменты абсолютно. Поэтому я уверен, что все будет хорошо. Что-нибудь крепенькое, кстати, заснуть можно, чтобы больше не рвалось. Поэтому все будет отлично. Ну, смотрите, какая солнечная погода. Чудесно же. Просто кайф. Очень все быстро было. На операцию вызвали моего друга. Подошел он со вторым специалистом, который постарше, осмотрели, потыкали, ждут МРТ от меня, завезу попозже. Но предварительно отрыв нижней грудной, грудинно-реберной части, то есть, ну, вы это называете нижняя часть груди. Вот. Отек еще очень сильный, оперировать предлагают в четверг, а я должен лететь в эти выходные в Москву на турнир. Поэтому посмотрим. Говорят, в принципе, еще у меня дней 7 есть. Единственная опасность есть такая, что из-за того, что все-таки у меня особый обмен веществ, чтобы не началось рубцевание тканей. Потому что в случае, если это произойдет, то будет уже деформация серьезная. Нужно избежать заживления. Я поэтому уже рассказывал, что я сейчас не принимаю коллаген, я сейчас не принимаю гормон роста, они все отменены, потому что все эти продукты очень сильно повлияют на регенерацию, а в данный момент мне нужно ее избежать до операции, а после все это будет в очень существенных количествах применяться. Но хорошие новости, я быстро закончил, поэтому сейчас я звоню на МРТ и двигаюсь в офис.